Сейчас мы начнем собирать третью коробку с канцелярией. Найдите отличие, как говорится. Прошу не уметь надувать, если не вырывать. А то хозяйка злая, по морде может дать. Никогда. Всем привет, с вами Анютка Малютка. Сегодня вторая часть, как мы собираем канцелярию для переезда. Игрушки мы уже собрали. Всем привет, да, ребятки. Вот у нас две коробки. В одной у нас игрушки. Во второй коробке у нас получилось, мы в прошлый раз видео не дособрали. И гимнастический инвентарь. Да, и гимнастический инвентарь, всякие булавы, скакалки, ленточки и все такое. Сейчас мы начнем собирать третью коробку. Мы Ане дали всего три коробки. Третью коробку с канцелярией, книгами и всем, что находится вот на столе, вот здесь вот в столе, в полочках. Кое-что будем выбрасывать. Вот все мои книги. Мы уже собрали Анютке хвостик. Да, потому что мне очень жарко. Мы, короче, решили, что мы, если что-то прочитали, мы это отдаем. Ну давай, вот смотри, давай. Читаем для первого чтения. Это прочитали. Нет, это тебе не же надо. Не надо. По слогам это я тем по более. Я по слогам не читаю. Да. О, вот, Изумрудный город нужен, вот да? Изумрудный город это самая нужен, лучшая потому... книга, советую всем. Это она очень интересная. Да, потому что там еще и там это не надо. Школу нужно будет. Так, это мы прочитали. Кляксич в первом классе. Это не надо. Что делать, если? Ну, это понадобится. Вот это первая часть. Что делать, если? Понадобится. Так, это кони вот про все кони, кони. Все книги. А ты же их прочитала. Ну, я еще хочу. Они просто интересные. Ну, ладно. У нас это коллекция кони, да. Это математика, как не надо. Это английский нам старый не надо. Это тоже мы прочитали. Хороший. Да? Да. Это тоже по слогам не надо. Тоже не надо. Это тоже для самых маленьких. Ань, ну это для самых маленьких уже 200 миллионов раз прочитали. Да нет, она просто не... Это тоже мы уже прочитали. Спутник букваря нам не надо. Тело человеческое. Но вдруг понадобится, да? Или это совсем это для маленьких детей? Может быть, для школы что-то понадобится, какие-то доклады делать. Каждый день вы вдыхаете четверть газа других людей. Очень познавательно. Так, подготовка к школе 6-7 не надо. Это мне подарили, господи, там была это. А, это когда ты садик там заканчивала? Ну, Ио, ты что, не будем забирать? Я ее прочла. Вот это яркое детство. А, это наш альбом. Вот это я на первой странице. Шахматова Анна. А, тут еще фотка. Это надо бабушке подарить. Она, да, ждет, кстати, да. Она ждет твоих новых фотографий свежих. Альбом здесь или вот этот? Нет, вот эту фотографию, чтобы она ставила в рамочку. Да. Так, вот это читаю сам. Это уже для маленьких, но не надо, да. Давай оставим прописи, как ты тут писала. Посмотрим, потом вырастешь и будешь смотреть. Очень классная книга. Тут так вот открывается. Давай вот это сохраним. Да, потом да, можно будет, если что, Сафи подарить, да? Какой замок, да, можно Сафи подарить. Эту книжку возьмем, да? Да, эту возьмем. Правда, она такая здоровая, не знаю, у тебя новый твой же. Так, влезет, кузи. Нет, кони тоже осталось, да. Это плетем, да? Так, это мы в первом классе читали, это уже нам не надо. Это не надо. Муану. Муану берем, она очень интересная. Это альбом. Это альбом. Угадайте, кто это, Аня или Маша? Быстренько пишите в комментариях. И вот это угадайте, кто это. Ой, это кто? Аня или Маша? А вот смотрите, я вам сейчас вот так покажу. Вот так. Найдите отличие, как говорится. Копия. Вот они когда маленькие были, что Маша, что Аня. Вот тут вот Маша годик и Аня тоже годик. Одинаковое, мне кажется, лицо. Вот смотрите. Вот это самая милая фотография. А тут посмотри, какая ты беззубая. А, две зубики, да, кажется. У меня в один глазик. Четыре зуба, да. Вот Маша какая тут была. Большая. Большая уже ей было, 7, наверное, да. Вот она, это Маша. Годик ей тут. Смотри, у Маши было волос вообще мало в один год.
тебя уже чуть побольше было волос. Смотри, это семейная фотография. Тут мы играли в лото. Нет, это вот у нас же традиция, нужно со столика, вот такого детского столика, что-то выбрать. Маша выбрала ножницы. Это как бы означает, чем она в дальнейшем будет заниматься. Возможно, сказать, что может она будет швеей или парикмахером. Что-то связанное именно с ножницами. Только это по корейской традиции. Вот она, видишь, потом она взяла еще и деньги, Машка. Просто она будет богатой, да. Ты тоже, кстати, взяла деньги. Вот смотрите, видите, тут Маша деньгами размахивает, а вот она ножницы схватила. Это Маша, это Маша. Пузыри увидела, мыльные пузыри. Это Маша, это Маша. Настя. Настя маленькая. Настя маленькая. Это тоже Маша. Маша, это тортик у меня, смотрите, какой. Это, по-моему, фея Винкс, что ли, мы там придумали тогда на тортике? Давайте Ане чуть-чуть покажем. Вот Машка тут. Вот Аня язык показывает. Аня тогда капризничала, не хотела толком фотографироваться. Он очень много, поэтому фотографий без Анютки. Маша, смотри, целуется. Смотри, какое лицо. Да-да, похоже, прям один. Смотри, у Машки белые стрелки тут. Ну все, закрываем. Давайте альбомы обязательно нужно положить. В коробке уже книги. Мы приготовили две коробочки вот такие вот для всякой мелочи. И давай вытаскиваем оттуда со наших шкафов, что у нас там все есть. Здесь у нас много чего для художественной школы. Личные дневники, нужные, ненужные. Сейчас все будем рассортировать, выбрасывать. Что делать с этой клавиатурой? Наверное, ее оставим. Она красивая, она еще светится. Она красивая, но она не светится. Как, уже не светится? Нет, она сломалась, надо отправить дедушке. Какому дедушке? И? Он починит. Он же компьютерщик, он строитель бывший. Сейчас ну начнем. Что, сделает? Ладно, все, вытаскиваем все скетчбуки и сейчас начнем рассортировывать. Достали все оттуда, видите, там осталась только канцелярия. Давай начнем разбирать, Ань. Так, это что-то пустое, уже тут ничего нет. Цветная бумага понадобится, да? Этот цветной картон, он нам нужен. Это классный журнал, который мы использовали в трудном возрасте. Аня сказала, что он ей нужен. Вот это вот у меня оценки по гимнастике. Да, это Аня ходила на художественную гимнастику. Так, ну хорошо, это оставляем дальше. Нет, давай по черкушке оставим, вдруг мы в YouTube будем снимать, да? Ну, давай. Да, так же, как и вот этот «Уничтожь меня» мы тоже оставим. Боже, это что за тетрадь толстая, пухлая? Прошу дневник не трогать, листы не вырывать, а то хозяйка злая по морде может дать. А, это ты тут всякое придумывала. Да, мой любимый и на сколько лет город. Аня, белочка в костюме белочки, а тут хвост не видно, я еще такой хвост тебе тут сшила. Я написала «Открою». Вот это грамотность. Но а вот она, Анечка. А почему хвоста не видно? А вот чуть-чуть видно хвостик. А вот она ты. Вот это моя старая группа. Господи, я так скучаю. Вот они, ребята. Тетя Таня. Да, тетя Павла. Вот ты возле тети Тани. Господи, это я тебе усики тут рисовала. Фотки все свои взяла, что наклеила. Это тоже с того же садика, да? Да, это я в коробке. Мне сказали, Аня, ты же гимнастка, можешь вот так вот встать в коробке. Давай это сохраним. Конечно, тут такие фотографии. Крестики, нолики. А это что? Да. Коробка приклеенная? Да. Зачем? Я оттуда вкусняшки. Да, хо-хо-хо. Ну ладно, давай это сохраним. Так, дошли мы до кавай раскраски. Берем. Что? Берем, там, по-моему, много осталось, да, еще? Да, тут вот есть. Так, это берем. Тут у меня доллары мои. Искусственные, да? А это что, искусственные рубли? Да, это смотри. Ага. Писать можно. Вот этот блокнот у меня был по английскому. Он очень красивый, тут странички красивые. Еще одна какая-то тетрадь. Все тетради только начатые и полностью не заполненные. Господи. Это не надо.
Ребят, мы с Аней тут спорим. Ане все надо, мама говорит, что не надо. Конца края нет. Очередная тетрадь. Видите, как я тут все заполняла? Просто посмотрите. Тут вот так. Тут вот так вот. Угу. Художество Ани. Так, дальше. Аня, это что? Это не надо, да? Да. Смотри, вот я красивая. Ужас какой-то. Смотри. Вот это вот. А, это башня ада, типа? Нет. Это что? Ну, это же есть башня ада. Ну, давай, все, это, короче, выбрасываем. Вот это что, мейкап? Выбрасываем? Тут, по-моему, все рассыпалось уже, да? Нет. А что? Ну, я и говорю, тут все рассыпалось, кошмар какой-то. Просто смотрите, какие я макияжи делала. Это ты делала. Я? Да. А ты где делала? Вот. Нет, это Маша делала. Вот это я делала. О, господи. Ну, все, ладно, это мы выбрасываем. Дальше, что это с пандой тетрадь? Смотрите, что это? Художество. Красивый скетчбук. Так, хорошо. Тут что? Футболки. Это ты все склеила? Не надо. Тут а ты разве это не все сделала? Ты же уже все тут запомнила. Ну ладно, футболки хорошо. Оставим. Дальше. Это скетчбук. Тоже оставим. Он хорош. Это что, Аня? Это уже у нас закончено. Это выкинем, да? Нет! Тут смотри, как я красиво нарисовала. Ну, Ань, ну тут всего два листочка. Вот это вот ради чего это оставлять? Это все выбрасываем. Вот это надо? Это нет. Посмотрите, мы всю канцелярию шкафа выложили сюда на стол. И сейчас приступаем к ее разбору. Оставляем только то, что нужно, да, Анют? Аня сейчас сидит, балуется с пастелью. Мы ее, кстати, Ань, оставляем, да? Потому что вообще это очень дорогой такой набор. Мы покупали художку. Потом Аня решила в художку не ходить, может быть, другую художку. Потому что там, ну, типа, рисовать, там, типа, рисуют. Там нет у нас, никогда не было свободной темы. Никогда. Мы всегда рисовали то, что нам говорили. Ну, наверное, так всегда идет. Это же все-таки школа. Так, пока Аня убирает сухую пастель, я вам покажу. Значит, у нас вот тут есть глина для запекания. А я, наоборот, считаю, что ее нужно оставить. Мам сама потрогает эту глину. А что с ней? Она высохла? А ну-ка, открой. А мне кажется, она всегда была такая немножко твердая. Просто ее разминаешь в руках. Да, она такая немножко твердоватая. Ну, зачем ты сломала? Она не засохла. Она такая есть. Вот у нас еще вот тут набор. Вот этот вот не засохший. А ну-ка, открой-ка вот эту, потяни. Вот этот не засохший. Ну, так она тоже такая. Она такая есть. Ее же в руках разминаешь. Согреваешь, как пластилин. Ну-ка дай. Я маленький кусочек возьму сейчас. Ребята, кто знает, кто сработал с этой, с глиной для лепки? Если бы была бы проблема, что он высыхает, его бы тогда так не упаковали бы, без пленки, без ничего. Видишь, он тут же все разминается. Мы, значит, решили массу для запекания глины мы оставляем, потому что она нам может понадобиться. Гуашь мы оставляем. Еще два дополнительных у нас цвета. Белый и желтый, потому что они раньше заканчиваются. Дальше вот краски какие-то по керамике. Оставляем мы их или они нам не нужны? Посмотри, высохли или не высохли. У нас еще вот почему-то тут еще банка есть гуаши. Надо тоже проверить, Аня. Это она, по-моему, высохла. Сейчас откроем, проверим. Так, дальше акварельные краски. Вот эти вот хорошие, они прям... Очень много цветов. Это мы тоже оставляем. Масляная пастель тоже, в принципе, набор новый, да? Так, а что у нас тут с пластилином? Ну-ка, пластилин. Нормальный пластилин, кажется. Ну, в принципе, нормально. Только каких-то цветов вот нет. Потому что я... Как обычно, белый, вот, да, оранжевый закончился. Ну, ничего, в принципе, использовать можно. Вот у нас еще краски акриловые. Вот я даже не знаю. Они засохли, они старые. Да, они еще, по-моему, откуда мы их, с Литвы привезли. Эти краски мы точно выбрасываем. Также мы, наверное, выбросим вот эти вот. Так, вагрим, он очень неудачный какой-то был, все размазывается. Вот эти краски. Это просто крышка, крышка грязная, так нормально, да? Давай это влажной салфеткой возьмем, сейчас протрем. Мимимишки, мелдишки.
Такие восковые. Восковые. Они нужны? Там, по-моему, вообще мало цветов осталось. Очень мало цветов. Один черный. Цвет под кроватью красный. Циркуль школу будет нужен. Мы оставляем. Да, но тут как бы запасных этих. Чего? Стержней? Но их потом можно докупить. Так, вот эти фломастеры, что они нужны? Фломастеры это мне подарила Анна Филимонова. Давай проверим. Так, вот у нас еще краски, Ань. Это называется, как они, акварельные? Оставляем их? 12 цветов. В принципе, хорошие. Тут еще есть цвета. Вот печатка, да. Вот это работает. Мне кажется, эти маркеры надо ставить. Они хорошие, тут цвета такие хорошие. Так, мы переходим, Аня, к пеналам. Я тебе даю. Давай ты... мы выбрасываем, сразу говорю. Вот этот нужен? Да. А этот? Этот мне Лиза подарила. Он большой такой, объемный, но там внутри Д. Хотя он и 2. Этот ты что? Это кошелек? Этот кошелек. Нужен тебе? Деньги тут казахские. Ой, у тебя. 500 и 500. Тысяча. Надо, надо. Это мне подарила баба Стася. Так, дошли мы до маркеров. Смотрите, у Ани вот эта вот штука уже давно потрескалась, и мы ее не хотим брать. С Китая пришла потрескана вся, и мы теперь решили, что мы ее брать не будем. Но нам нужно сейчас вот это все куда-то переставить. Так, вот эти вот штуки мы сначала не хотели брать, но, наверное, придется. Сейчас мы сюда красиво расставим наши все фломики. Давай, Аня, вот эти бумажки все разберем. Ты пока сиди. И разбирай вот эти вот все штучки. А я пока буду перекладывать фломастеры, хорошо? О боже, сколько там чего нет. Еще и помада вылезла какая-то, вылетела. Я забираю и буду сейчас сюда перекладывать фломастеры. Тут у нас, в принципе, три варианта фломастеров. Вот такие. Эти сюда мы поставим вот так вот как-то вертикально. Эти черненькие мы купили, они были в сумочке в черной. Сумочку сняла Анютка, и вот таких получилось две подставочки. Во втором отделении фломастеры Шарпи. Я вообще за то, чтобы максимально выбросить, но в то же время, чтобы потом не покупать заново. Когда мы пойдем опять в школу, опять нужно докупать. Так, вот эти скотчи мы решили, что мы перекладываем сюда обратно. Потому что нам нужны вот эти вот корзинки для Анюткиных всяких разных наклеек на Анют. Одна тебе штука и вторая штука. Сейчас я это переложу. Вот так, ребят, все поместилось, в принципе, в одну коробочку. Одна у нас пустая осталась пока, вот эта коробочка. Сейчас, может быть, ее как-то пристроим. Здесь вот мы перебрали все лишнее, компактно все разложили. Тут и скотчи разные. Тут и линеечки разные Анюткины, вот эти вот запаски для ручек, точилки, резинки, какие-то степлеры мини. Вот здесь у нас Анютка сохранить решила вот эти вот краски, которые остались, картину по номерам. Здесь все кисточки, вот этот валик. Тут вообще, не знаю, какие-то ценные Анютки вещи по мелочи. Тут мини-маркеры. И вот тут вот осталось еще одно отделение. Сейчас, может быть, что-то туда еще сложим. Так, а пока вот хочу сказать, что вот такая вот коробочка у Ани была с стикерами разными. Вот сюда сейчас мы и доложим разные стикеры. То, что Аня тут вот перебирает, вот этот весь бардак бесконечный. Убежала, уже устала. Собираем вторую корзиночку. Анютка не дособрала, убежала, устала. Так, тут у нее что? Наклейки, какие-то стикеры. Так, вот эти стикеры мы оставляем. Прикольные. Это, наверное, тоже татушки. Это что-то из Гарри Поттера, какие-то значки. Потом вот эта вот нашивка с Гарри Поттера. Стразы. Боже, тут это для ногтей наклеечки. Так, вот эти вот магнитики она хотела оставить. Это вот сода, по-моему, наклейки. Так, какие-то наклейки аниме. Короче, все оставляем, все в эту коробочку складываем. Все, с этим закончено. Коробка наполняется, почти полная, немножко осталось места. Мурзилку, значит, потом, значит, у Ани тут журнал «Художник» и журнал вот «Веселые картинки». Сейчас уберем все вот в эту папочку. Убирать не будем, потому что Аня каждый день вот это что-то делает. Тут у нас еще остается уточка «Лалфанфан» в файле с содержкой. Тут тетрадь для нот и читательский дневник. Вот такой вот на лето. А вам такой дают или не дают? Напишите в комментариях. Это тоже нужно забрать. И еще Аня вот тут вот что-то рисует, какую-то бумажную косметику. Это я сейчас тоже соберу. Ну вот мы и закончили.
Смотрите, какая красота. Лампы мы потом эти заберем тоже, когда будем уезжать. Вот осталось несколько тут предметов, которые нам еще нужны. Вернее, Анютке нужны. Да, Ань? Аня умирает от жары. Заморозила себе сегодня она арбузный сок и вот грызет. Сегодня очень жарко в Москве. Коробки мы собрали. Вот у нас получилось с Анюткиной комнаты 3 коробки. 1, 2, 3. Еще нужно положить синтезатор, Анину одежду и косметику, да, там немножко перебрать. Ну все, на этом пока. Подписывайтесь на канал. Да, а еще пишите в комментариях, что вам больше интересно. Как мы собираем вещи, как мы что-то раскладываем, как мы делаем рум-туры. Напишите, как что мы... вам нравится. Да, наши влоги или бумажные сюрпризы, или DIY, как Аня рисует, или челленджи. Напишите в комментариях, что вам больше нравится. Всех побольше каникул и подальше. Всем хорошего настроения. Я вас всех люблю. Всем пока!